Сегодня мы попали в Вильнюс, и у нас очень такой ограниченный тайминг. У нас мало времени, чтобы все посмотреть, тем более все снять, поэтому Андрей отстраивается. Ну и мы попробуем все максимально увидеть. Брама. Как по-украински прям. Остров Брама. Ратуша. Пилис. Сейчас все будет. Говорят, что сюда съезжаются поляки. Это для них святыня большая. Денис, а ты знаешь, как по-литовски будет спасибо? Конечно, знаю. Как? Будет спасибо. Нет, будет дякую. Так само, как дякую. Так что, это наши браты. Вот, казалось бы, такая масштабная церковь и такой маленький балкончик. Насколько я слышал историю, это Папа Римский или кто-то из представителей церкви выходил на этот балкон, чтобы делать службу для бедных людей, которые не могли попасть внутрь в церковь. Снег идет, а снег очень, идет. Очень сложно передать на фото, видео вот эту вот всю величие вот этой панорамы, этой горы. Весь Вильнюс просто на ладони, это просто фантастически красиво. Друзья, будете в Вильнюсе, обязательно не поленитесь подняться сюда, на эту гору. Да, только я надеюсь, когда вы сюда приедете, снег не так будет бить в глаза. Но это неплохо на самом деле.